признайся мне в любви. Чего? Ты любишь меня? Да, в смысле, ну, я к тебе испытываю определенные чувства, но это наверняка дружба, которая... Ты любишь или не любишь? Я полюбил тебя. В самые первые секунды. Вот, так скажи это. Это довольно трудно. А почему, знаешь? Нет. Потому что тебе этого не говорили, ведь так? Трудно отдавать любовь, не получая ничего взамен. Я люблю тебя, Андрей.